Всем ни бага ни лага, дорогие зрители и подписчики канала Дрожа. С вами Жека, мы продолжаем сегодня играть в рыцари порталов. Или Portal Knight. Короче, да. В общем, с вами Анастасия Нанага. Здрасте. И я, Жека Дрожа. Мы продолжаем играть в эту, на самом деле, крутую игрушку, потому что мы... Маг и лучник просто тут расфигачиваем всех подряд. Мы построили маленький домик, это было еще в позапрошлой серии. А в этой серии мы отправимся в новый мир, да? В новых два даже мира, скорее всего. Мы понабирали... Я сделал бур себе. Огромный бур. А у меня коготь. А у нее коготь. С нами Росомаха. Дай подожди, я от первого лица. Покажи, Росомаха. Реально, какой-то он ржавый у тебя. Мне кажется, ты бы его смазала. Только не моей кровью, пожалуйста. Только не моей кровью. Так, ладно, пошли. А у меня так топор, кстати. Еще лук, у меня офигенный лук. Да, он-то сделал себя, я не могу. Мне не хватает. Смотри. Разносим. А что тебе не хватает там? Мне не хватает изумрудной пыли. Ну, помочь пока ничем не могу. Я думаю, надеяться, что когда отправимся в новый мир, там будет достаточно для нас обоих хороших ингредиентов. Так, отправляемся, да. Пыльные горы. Пыльные горы. Это, подожди, какие пыльные горы? Это те, которые мы были, песок и так далее. Ну, мы могли бы по-другому отправиться. Мы могли бы через карту, что, наверное, лучше всего сделать сейчас. Давай отправимся. И тебя, по идее, тоже засосет одновременно со мной. Уже засосало. Да, смотри, это опять этот фиолетовый туман. Нет. Это они как круто делали. Очень круто. Да, да. И здесь красиво. Ночь, и у тебя... Так, Нанека присоединяется. У тебя есть порталы, так что пойдем сразу. Давай вот это в подземный портал. Может, там какой-то подземный мир будет или еще что. Так, давай. Иди ставь. Создатель порталов. Вот так, так и... Ей! Автор Давай. Нанека. Да, автор. Алые леса. Воу. Вау. Будет все классно, красненькое будет все, да? Или в огне. Или в огне, да. Может, не надо, да, пожалуйста, не накаркай. Сейчас, короче, за это вообще пуканы гореть будут у нас. Не, я думаю, все не так критично. Эти алые оказались все черные, потому что сейчас тут ночь, и тут куча тыковок. Да? Да. А, смотри. Красные деревья. Да-да-да, но они фиолетовые такие. Ну, когтем попробуй добывать. Много дерева. Так, смотри, тут светлячки какие-то, смотри, как красиво. Да. Послушай музыку только. Да, сказочная такая. Так, вот, да, как будто сейчас кто-то придет и нас будет бить. Да-да-да, а ты присмотри... What Что? The fuck? Что? Смотри, там вдалеке чувак огненный огромный. Я говорю же, огненный кто-то будет. Ну, вон, вдалеке. А вот эти вот с огненными бошками, так он бегает. Затушите меня! Реально, он очень так похож, что он так... Как достать эту пипиську встречающуюся? Пипиську достать? Да не... Это не то. Ты умер? Нет, это не я. Так, огр. Я вниз спускаюсь. Солдат. Пойдем вниз. Я вот так внизу уже немножко. Тут сражаюсь. Нет. О, морковка! Не, внизу данжа. Данж? Здесь двери. Да. Стой, подожди меня. Я не иду, я только спустилась вниз, чтобы посмотреть. Блин, так красиво. Яркие вот сюда, такие цвета. Извините. Иду, пошли, посмотрим. Ой, застрял. У нас нету света. Света. Он? Подожди, может у меня факел? А, у меня есть факел. Хе-хе, у меня есть факел. Чувак с теми нами знакомый. Ауч. Ох, нифига, он мне снес половину. Вали его. Так, следующая дверь. Ой, там летучая мышь. Громоглаз. Громоглаз. Что с него выпало? Еще ага. Один гомоглаз. 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 Данжон. Реально данжон. Слушай, круто. Да, данжон.
Я тебе не мешаю ходить, проходить, когда ты стоишь? И когда нет. Я стою? Нет? Мы проходим через друг друга, да? Да, угу. Через друг друга проходим. Хорошо. Так. Щёга могла. Да что ж такое? Осёк. Хорошо, что у меня стрелы бесконечные. Еще один. Такой пацанчик. Пацанчик, стой, я не упасть не могу. Я дверь снес, окей. Портал. Еще один. Ага. Я сиди сюда, тут камни вот эти разбивай синие. Там я знаю, что тебе. там мои лявка. Штучки. Лавка выпадет. Могучие зелья маны. Да, но мне нужны круто. Для этого зелья маны мне нужно кристаллики изумруда. Без изумрудов я никак. Ну тут, короче, походи, поломай это все. Да. Я буду подниматься. Ладушки. Так, так. Факел. Вот этот добыть надо. Этот факел мне пригодится. Дверь не надо забирать? А зачем? Тут что? А, тут стена просто. Тут не видно было. Слушай, а вдруг... А вдруг за стеной что-то есть? У меня даже я бур сейчас. Бурить! Бурить! Вы бы это видели, как это выглядит. Я знаю, я приседаю быстро. Надо приседать, надо приседать. По-моему, это будет долго. Я оставлю его здесь. Это жестко. Ой! Хе-хе-хей! Ой, там что-то упало. Там что-то есть? Узнаем. Смотри. Тут слизнячки. Ух ты! Тут я был прав. Смотри, халява. Халява где? Ой. Внизу, вон. Да, я вижу. Чё это такое? Той же зельки. Той же зельки. А это что? Воу. Опыта куча. Новый уровень. Покрытие медью блок, целебный цвиток, малое зелье маны. Ну, это для меня. Слушай, расходный прикольно. Материал. Ну, халява. Это я должна воскрешать, короче. Или целебный свиток. И, ну, жизнь, короче, пополнять. Вот. Здорово. Блин, да. Ну так вот вроде стена, да? Догадайся и раскрась называется. Ну тогда нет выбора. Стой, свети мне, Настя. Стой, свети мне. Иди сюда, где-то там. Или поставь его куда-нибудь, потому что мне не видно ничего, допустим. Я помогу. Надо приседать, надо приседать. Надо приседать, надо приседать. Лява. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. А вось там что-то вкусное, халявненько будет. И походу тут нифига не будет. Хотя... Нет. Это что? А, это мой бур. Что это такое? Нет, тут, походу, ничего нету. Тут земля уже пошла, окей. Нету тут ничего. Да. Тут нифига нету. Окей. Блин, от первого лица даже немножко поприятнее. Здесь что-то может быть. Кстати, да, и вот... Да, так, давай, проверочка, ты мне свети. Моя палочка светит или нет? Нет, не особо. Секунду. Тогда заберу факел вот отсюда. Угу. Давай! Так-то все-таки бур выгоднее, чем если по массе бить. Да. Нет, там ничего нету. Ничего нету? И он у меня уже немножечко ломается. Осекло. Ну, еще можно вот это попробовать. Потому что тут как бы типа дверь. Блин, единственную стену в первую какую тыкнул, да, наугад, и она оказалась тайником. Да. Вот так догадайся и раскрась, типа. Походу тут тоже ничего нету. Давай! Здесь может быть. Потому что здесь такие проваленные, что вдруг
как дверька. Сейчас попробуем. Да, тут много этих провалин. Я не знаю, зачем, но мне что-то кажется, что кости пригодятся. Я не знаю, как их добывать. Мне кости... Они добылись. Ну, они лежат на блоке, значит, и блок надо добывать, скорее всего. Да. Нет, не добылись почему-то. Нету нифига? Да нет, вроде бы. Нет. Ладно, я буду подниматься наверх. Давай. Я тоже сейчас приду. Посмотрю. Да, ты выходи. Тут он реально красиво выглядит, алый лес. Сейчас днём я обворую. Очень. Еще тыковка. Больше. Тыковка. Ну, новых врагов здесь нет. Тут старые более-менее такие враги, по крайней мере, ну, которые мы уже видели. Кроме тут чувачка. Очень много... Да, кстати, чувачка сейчас зафигачим. Обязательно. Он просто пойдет. Я у нас не расход. Смогу. В расход Вау. Пойдет. Завалим. Вау. Красота. Да, очень красиво. Тыквы соберем. Угу. Я и морковку соберу. Там знаешь, зельки делаются из морковок тоже. Это как в осенний лес. Да. Красиво. Так, я понял тактику этих, ну, то есть, интеллект этих мобиков. То есть, если ты очень высоко, они тупо упираются и стоят. Есть вариантик, если мы сделаем, допустим, блоки под собой, там, в один блок, тук-тук-тук-тук, далеко-далеко, то можно просто их разносить. Сейчас попробуем. И не получать урона. Ну, как бы, оно и не страшно, если мы будем получать урон, ну, и родимся заново, то есть... Это не Don't Starve. Я попробовал. Ну, поставил от тебя блоки, видишь? Не, повыше надо, они, мне кажется, тогда станут. Сейчас посмотрим. Ой, я чуть не спрыгнул случайно. Так, ну чё, пойдем бить его? Сейчас. Ты хочешь сразу так на босса пойти? Просто выносить. Я точно не танк. Ты танк. Так. Тут их два даже. Это не боссики, это так, просто огненные. Да. А мы их с разных сторон... Не, надо с одной стороны выносить. Иди ко мне аккуратненько. Да. Там огр. Аккуратненько иди. Морковочка. Вот видишь, где я? Да. Вот так же самое, подбирайся. Блоки под себя поставь. Нет, не видишь. Шейн, ты... Да, я вот сверху, так. Сверху. Слишком. Я слишком высоко. У меня блоков-то нету. Ну, грязь. Так ты... нету грязи. Это максимум, что у меня жизнь. Да, кто-то будет получать урон. Я убил. Это боссик. Врыв. Я на дереве, короче. Ауч. Горящие кости. Ты этой палочкой махаешь. Иногда мне кажется, что ты даже не целишься просто. А, убить! Маг такой, знаешь, если ваш маг. Воу, шестой уровень апнул. Так, ну их разнесли, с них ничего вроде особенного, ничего не выпадало. Нет. А, огненный дух и ингредиент не выпал. Мне только... А мне места нет. Кусок желтого портала. Рубиновое дерево. Желтого портала, Настя. Тут будут порталы, которые желтые. Да. Которые, да. Но другие совершенно порталы были. То есть тут надо быть прям ай-яй-яй. Ты думаешь, что все так легко? Куча порталов. Ай-яй-яй, это плохо. Так, ну что, мир неплохой. Ну что, пошли обратно в прошлый мир и построим другой портал, посмотрим. На другой мир. Давай тогда. Телепортируйся. Да. Поехали обратно. И отправиться. Изумрудные поля ждут. Я с блоком грязи в руках. Хотя можно было лучше домой сброситься, да? Да. Лучше было бы домой сейчас сброситься. Ну что, мы вернулись домой, сейчас быстренько сбросимся.
Блин, опять эти слизняки, думаю, что у меня там, кто там у нас лазит? Нет, это не слизняки, там еще эти мечники. А, еще же мечники, точно. Так, спросим. Кости. Господи, сколько тут всякого у нас. Всякой непотребщины. Непотребщины. Я даже не знаю, что куда их бросать. Места нету. Да. Места нету уже. Ну, тогда я не знаю. Кстати, мы не посмотрели, что в том уровне-то. Сейчас мы пойдем и в тот уровень. В новый уровень. Грибочки. Ой, там что-то кто-то дерется. Да, есть. Семена морковки. Угу. Семена морковки оставим. Грибочки нет, это нет. Тыковка нет, это нет. Рубиновое дерево. Авокадо. Так, я пока сюда это тогда сброшу, чтобы место у меня было. Потом разберемся. Так, пакелок. И грязь оставим под себя ставить, если что. Ну что ж, я готов. Чё, нет. Пойду подерусь пока. Господи, это так громко. У меня все здесь дергается. Всё. Чё ты так делаешь? Да, танцевали. Танцуй, девчонка, и пусть парни постоят в сторонке. Кажется, так эта песня была, я не помню. Так, что? Выкинуть грибы надо. Я некоторые вот сюда что-то поскладывал, потому что пока места нету. Там семена вроде поскладывал. Хотя вот тут у нас семена, нет? Нет, тут. Тут вот семена, где я сейчас. Тут. А, нет, семена там. Другой, да. Второй сундук просто. Да. Сейчас тоже сброшу тогда. Это для маны. Там тыковку одну оставил. Не знаю. Окей, я готов. Скажешь, когда готово, и пойдем. Кстати, у нас там... О, у нас растут они вроде. Да, смотри-ка, там что-то выросло. Видишь? Кустики маленькие все-таки растут, да, наши плантации. Медленно, но растут. Это хорошо. Это хорошо. Ну, значит, тогда посадить потом нужно будет все это. Mm-hmm. И не париться насчет семян. Да. Кстати, да, повырастали. Mm-hmm. Что, поехали? Да, сейчас. У меня вода с собой в руках. Грязи нету. Грязи нету, нету грязи. У меня есть грязь. А зачем тебе грязь? Не. Мне нужна грязь, чтобы подняться, если что. А, да, возьми. Поднимайся с колен. Да. Слушай, не, ну красивая, действительно красивая игра. То есть, очень. Вот игра, вот по сути, no name. То есть, о ней мало вообще кто знает. На русском языке она. Тем более. Красивая. Что? Ребята, зачем это? Блин, случайно ее нашел, безумно рад, что я ее нашел. Да. Люди бегают. Все? Не? Подожди. Секундочку, да. Я понял. Так. Да. Птичка. О, у нас тут что-то растет. Надо будет морковочку посадить. Вообще растет. Там зельки. Зельки. Все. Понеслась. Окей, отправляемся. Изумрудные поля. А из изумрудных полей там вот, ну, второй портальчик. Сейчас посмотрим. Поставим и посмотрим. Чего же там за портальчик-то такой? Я хочу изумруды. Где мои драгоценности? Лучшие друзья, девушек. Да. Это бриллиант. Ну, блин. Да. Вот так всегда, парни. Вот так всегда. Да. Так я бегаю с палочкой начальной-то. Ой. Настя тут врыв пошла. Ага, Настя здесь выносит. Маг, который танкует. Танкующий маг. Шикарно. Да не очень. И танкую.
Давай. Секундочку. Пить хочу. Хлебнула такая. В смысле? Вот там. Ну, хлебнула зелье. А, понял. Прикольно. Она у тебя автоматически собирается? Восстанавливается? Мана? Мана... Не, я целитель. А, автор на накачи. Горящие пески. А теперь опять? Точно что-то гореть будет. Да, что-то, вот знаешь, игра так намекает. А ты не хочешь ли немножко подпалить свой пукан? Что-нибудь такое, ух. Да нет, пока что нас никто не выносит. Нет, пока что да, но все равно, знаешь, вот все время с каждым уровнем. Ну когда-то это должно быть. Когда-то вот сейчас ну, нет. Ну так босик же будет. Ну будет, да, будет. Ух ты, тут щель такая, фигасики. Ого, кратер. Видишь? Воу. Щелидзе такой. Вот это рандомчик. Да, тут каждый уровень рандомный. Если вы будете сами играть, у вас совершенно другая карта будет. Пока никакого... еще... Ух ты, это что такое? Ауч. Вась... И выпади панцирь. Нет. Живительный изумруд сырец мне только выпал с него. Огненный цветочек какой-то. Слушай, к нему близко подходить нельзя. Ты вот этот цветок взорвала, убила, из него выпала какая-то мини-бомба, и она, видишь? Взорвала. Да. Меня. Взорвала тут всю половинку. Не я. Ну да, это особенность этого цветка, то есть поаккуратней. Воину тут, наверное, будет тяжковато. Да. Но здесь как этот второй мир. Да-да-да, но только побольше и тут поопасней. Сейчас я даже прочту, что здесь есть. Да-да. Воу. Так, мобы. Красная слизь, магмовая личинка, песочный панцирь, рептилия боец, пылающий цветок, растение агава, медная руда, электрокварцирец. Прикольно. Ну, то, что и в втором мире, кроме там пару... Порталов два тут. Тут тоже два портала. Ну, значит, давай делаем. Ну, один вижу. Один я уже вижу. Где он, точнее... Ну, исследуем в этой серии, исследуем уже этот мир. Тогда будем тоже нужны. Мед у нас заканчивается, кстати. Да, да. Но нам она не особо, по сути, и нужна уже. Ну, все равно. Ну, да, да, да. Безусловно. Мне, например, мой кварц нужен. Ну, да. Так, надо тут как-нибудь сделать проходик. Ну, здесь синий камень выпадает, хоть что-то радует. Он редкий, да? Нет, ну, синий камень насчет портала. А, так, я допрыгнуть не могу что-то или что? Ага, я наверху. Хе-хей. Ты забрался? Да, я прорубил себе путь. Так, нашел один портал. Угу. Он наверху. Сейчас пойдем. Ё-моё. Ближе подходить не хочу, но придется, походу. Так, ко мне иди. Слышь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. И бум, да? Он взрывается. Желтый кристалл. О. И там чувак, смотри какой. Рептилия-боец. Это иллюминаты. О,
чешуя! Да ладно. Чешуя! Мне она тоже нужна. Чешуя! Мне тоже нужна чешуя. Так, ищем второго. Ищем второго. Ну, пока не ставь. Кстати, здесь можно сейчас будет стоять. Подожди. Переночевать. Вот еще одна рептилия. Там. Где? На той стороне? Ну да, я же хотел это сделать. Иди сюда, ты будешь моим. Иди. Давайте поможем Насте убить рептилию. Убить иллюминатов. Ура, чешуя. Это круто! У меня будет лучше лук. Лучше лук будет. А где второй портал? Может, он где-то с окопом? Прикинь, если он где-то в земле, да надо откопать его. А, нет, вот он. Нет, да. Да, вон он, да, на той да, стороне. Да, близко. На той стороне, как оказалось. Слишком далеко местность. Она, наверное, с той стороны ближе будет. Да нет, нормально. Хе-хе. Настя добывает, я кроту. Засранец. У меня меди 25 штук. Шо? Ну, мало. Нормально. Мало. У меня меньше точно. Я почти не добывал ее. Я воду пособираю. Она тоже нужна. Для зелек и так далее. Так, ладно. Блин, а как мне так ставить аккуратненько? Хочется падать. Ну, стой. Че? Я упал. Женя упал. А, это понятно. Тогда давай это порталы. Сейчас, подожди. Я сделаю так. Смотри, вот и все. Женщина, что ты делаешь? А как ты так ставишь вперед? Просто подхожу, и оно ставится автоматически. Ну ладно. Ну то есть вот будет у нас проходик к порталу теперь. Не, не ставь, зачем? Не ставь. Нет? Нет, хватит. Ну то есть, да, все. В следующей серии у нас, давай посмотрим так на карту лучше. Смотри, у нас тут идет уже разделение. Нам надо выбрать, куда нам идти, по какому одному пути, чтобы дойти. По одному? Ну по одному давай будем идти пути, а потом возвращаться к другим порталам, смотреть. Потому что смотри, тут уровни написаны. Первый, второй, третий, или это очередность? Это очередность пятый, порталов. Пятый, четвертый, да. Это очередность порталов, которые мы открыли. Это будет шестой потом, видишь? Да. Шестой. Да. Ну, в общем, один из этих, у нас не открытый на данный момент три портала. И по идее, да, вот какой-то из них можно было бы открыть, потому что если, то есть, как, вот, либо этот портал, либо тот уже ведет к, из босс. Него, из этого мира, идет к боссику, да. Так что давайте, да, в следующей серии какой-нибудь из этих порталов откроем, может даже два, посмотрим, что они идут, куда, и посмотрим, к чему это приведет. Инвентарь у нас вроде бы не особо пол, мне выпала бомба. Да ладно. Да. Но домой надо, кстати, в любом случае пойти. Нам надо мне лук сделать хороший. Тебе там тоже вроде что-то, палочку там, да? Мне нужно изумруды для этого. Ну, выбьем, найдем. В любом случае, вам огромнейшее спасибо, ребят, что посмотрели этот видеоролик. Впервые на канале, не забывайте подписываться. Ставьте лайк, если вам понравился этот видеоролик. И пишите об этом в комментарии. Может, советы, может, вы сами играете в эту игру. Будем ценно почитать. С вами была Анастасия Нанака. Всем пока. И Жека Дрожжа. Всем покедова.